метрика средний чек, то есть average price AP. И эта метрика – это наш средний чек. Средний чек покупки мы, естественно, можем считать и желательно считать юнит-экономику по разным продуктам. Можно и в среднем, но лучше по разным продуктам. Мы считаем юнит-экономику, потому что, возможно, именно эта метрика повлияет критично в мультипликаторе, дальше мы это посмотрим, на нашу итоговую прибыль. Даже повышение порой на 100 рублей среднего чека может радикально изменить ситуацию в зависимости от всех остальных данных, которые у нас есть по другим метрикам. И эта метрика, она везде практически присутствует. Средний чек так или иначе влияет на все. Мы разберем с вами это все подробно в формулах, но средний чек той или иной группы товаров, или это какой-то конкретный товар, либо у вас много позиций, но они плюс-минус похожи по цене. Лучше, конечно, считать отдельно, чтобы понимать маржинальность каждого продукта и направления. Но если вы только начинаете, можно и в среднем. Но если большие очень в разные стороны есть люфты по среднему чеку, то лучше, конечно, не делать это в общем. Лучше, конечно, делать это по отдельности для каждого продукта, для каждого среднего чека.